Инопланетяне собираются вмешаться в военный конфликт на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли российские и зарубежные уфологи. В распоряжении специалистов оказались уже несколько десятков фото и видео с неопознанными летающими объектами в Сирии. Тем временем из Сирии поступают все новые сведения о появлении НЛО. Накануне один из таких объектов удалось снять на видео с борта патрульного вертолета. Эксперты отмечают, что неясные цели тех, кто управляет этими аппаратами, всерьез беспокоят и американское руководство. Правда, информацию о многочисленных НЛО над Сирией официальные лица комментировать категорически отказываются. Однако академик Полубатонов уверен, Пентагон всерьез опасается вмешательства в конфликт третьей инопланетной стороны.